Я про девушек хотел узнать. Я насколько понял, что мисс Чили, да, она дочь кандидата в президенты. Опять вы знаете больше, чем мы. Нет, ну я где-то читал. Это, вы ничего не знаете про это, да? Я не в курсе. Ну, то есть мне кажется, что на эти позиции попадают вот девушки не только по, ну, как если мы про кошек говорим, по экстерьеру, то есть не только по внешним данным, но и по какой-то там породе. Может быть, нет? Вы не задумывались об этом? Вы знаете, вот в финале американского конкурса я обратил внимание на то, что, естественно, отобрали там девушек с пластикой, с внешним видом, там, ну и так далее, и так далее. Но когда стояли финалистки, мне казалось, что вот из там трех или пяти, их было пять человек, что казалось, что выиграет другая. Но когда они начали отвечать на вопросы, они выбрали самую, так сказать, ну, насколько это можно в рамках конкурса определить, такую остро отвечающую, с хорошей реакцией, с хорошей дикцией и так далее. И я понимаю, почему. Потому что, то есть понятно, что они все красивые, чуть лучше, чуть хуже, это там дело вкуса, да. Но самое главное, это вот в финале правильно отвечать на вопросы. Потому что потом она будет год позиционировать этот конкурс следующий по всему миру. Им нужно такое медиа-лицо, которое было не только красивым, но и могло красиво говорить. Коммуникабельное, презентабельное, умеющее отвечать на сложные вопросы, работать с прессой. Поэтому вот Оливия в этом отношении нас очень удивила, что она общается, несмотря на то, что ей 21 год недавно исполнился, она общается с прессой так, как это делает, грубо говоря, Трамп. Сидит с ним рядом и абсолютно на равных, знает, где надо нивелировать какие-то вопросы, где можно, наоборот, выдать какую-то информацию, которая важна для конкурса. Именно как бы защищая интересы мисс Селены. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».